Сегодня в Москве продолжились Дни Чувашской Республики в Совете Федерации России. Глава республики встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В беседе обсуждали текущую социально-экономическую ситуацию в Чувашии, а также вопросы поддержки Верхней Палаты Российского Парламента различных законодательных и общественных инициатив республики. Спикер Совета Федерации отметила, что в регионе царят межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Михаил Игнатьев отметил, что объявленный Годом культуры 2014 год будет способствовать сохранению в обществе духовности, морали, нравственности.